Всем доброе утро. А у нас начинается второй день. Мы приехали в Сантьяго де Компостела. И сегодня хотим показать этот городок, потому что здесь, говорят, очень-очень много красивого всего, особенно архитектуры. Здесь есть дорога паломников. И хотим все это вам показать. Будет много интересного, оставайтесь до конца. Сейчас пойдем все это и увидим. Обратили внимание, что здесь сразу начинаются дома, но совсем другие. Не такие, как у нас в Барселоне, не такие, как в Астуре, совсем все по-другому здесь. Ну, конечно, понятно, своя культура, своя архитектура, и это еще больше захватывает. Дошли до здания, это парламент Галисии. Ну, конечно, где заседают люди и решают важные дела. Вот такое мощное, красивое здание, ребят. Кругом огромный парк. Впечатляет. Смотрите, какой здесь отель, как дворец. Но это просто отель. Очень красивое здание. Представляю комнаты, которые выходят вот на эту террасу. Очень красиво здесь. И вообще центр очень красивый, необычный. Вот так с этой стороны выглядит этот отель красивый, ребята. И здесь начинается отсюда старый город. Куда мы сейчас и пойдем, покажем архитектуру, главный кафедральный собор. Оставайтесь с нами. Смотрите, нашли аптеку с вывеской вот такой. Старое здание с арками, смотрите. Вообще центр очень старый. И это очень сильно впечатляет. Ребят, везде, на каких-то зданиях, вот такие вывески старинные. Все сохранили, смотрите, как классно. Дошли до одного колледжа. Смотрите, вот такое старинное здание. И в таком здании учатся. Прикиньте, вообще интересно. Сейчас мы войдем. Просто хотя бы вход покажем, как тут. То, что все в таком старинном стиле. Очень красиво. Центр вот в таком стиле. Все такое свежее. Но все напоминает какое-то средневековье, ребят. Узенькие улочки. Мы идем вот туда. Ребята, идем, значит, такие идем. А здесь булочная. И посмотрите, какую они буханку выставили. Вот мой муж и вот буханка. Ну, ты слабый, конечно, по сравнению с этой буханкой. Съедим. Идем, идем и смотрим. Вот такая красивая арка, ребят, старая. И там у нас будет... Ой, Олеж, иди сюда. Это надо увидеть. Ребята, здесь просто обалденный вид. Центр. Это просто, знаете, это как будто мы попали в какое-то средневековье, реально. Все до такой степени сохранено. Везде идут реконструкции по улучшению, чтобы сохранить всю эту историю. И вот, куда мы пришли. Смотрите. Очень красиво. Маленькие улочки. Везде брусчатка. Практически везде в этом городе Сантьяго де Компостела брусчатка. А на этой площади здесь тоже вот это старое здание. Слушайте, ну вообще просто неимоверно красиво. Посмотреть бы еще какого это века здания. За ним еще одно. Выглядит это вот так. Наверху еще большие колокола. И мы идем вот к этому зданию. Такое ощущение, что Плаза де Университет. Это университет. Ребята, посмотрите.
таком шикарном здании учатся студенты университета. Так что это у нас получается университетская площадь. Ну, как это по-другому назвать? Внутри это выглядит вот так, ребят. Огромная лестница. Все в камне. Теперь я даже представляю, что внутри. Кстати, внутри вот там есть еще площадь. Внутри этого университета там очень красиво. Это как сад какой-то. Ребята нам разрешили войти вот вовнутрь и показать вот эту красоту. Вы посмотрите на это здание этого университета, как оно сохранилось. Да, и внутри вот этот сад. Даже не верится, что в таких местах еще учатся студенты. Каждый день видеть вот такую красоту. Очень впечатляет. Очень. А мы продолжаем нашу прогулку по центру старого города. Ребята, здесь новая площадь и новые виды. А мы продолжаем наше путешествие, нашу прогулку. И вот новая площадь, новое красивое здание. Ребят, сюда, здесь, вернее, куда ни глянешь, везде, везде архитектура. Просто шикарная, просто... Ну, дух захватывает от того, как все это сохранилось. Хочется посмотреть, что здесь. Да, вот эта улочка тоже. Сейчас мы сюда пойдем и покажем, что здесь за здание. Сейчас идем вот по такой узенькой улочке. И наша цель, следующая площадь, мы уже увидели, что там все очень красиво. И сейчас вам тоже покажем все это. И там тоже очень красивая архитектура. Ребята, смотрите, куда мы пришли. И вот самое интересное впереди. Смотрите, вот это огромное здание. Сейчас направляемся сюда и посмотрим, что есть вокруг. До него мы еще дойдем. Еще хочется сразу вот показать маленькую площадь. Здесь дом с арками. И открывается совершенно новый вид отсюда. Вот еще одна площадь. Слушайте, хочется все поймать, не хочется ничего упустить здесь, потому что здесь просто, ну просто неимоверно красиво. Ребята, мы пришли на рыночную площадь. И здесь, смотрите, рынок старый. Он такой огромный. Сейчас мы вам все покажем, потому что первый раз вообще такое видим. И на улочках торгуют. Ну и вот само здание рынка, ну, вообще ни на что не похоже. Ребята, входим в этот рынок. Здесь, ну, как будто что ли ресторан. Смотрите, он огроменный. Это вот первое здание, куда мы вошли. А вот уже второе здание... Здесь уже, смотрите, здесь рынок. Куча всего, конечно. Всякой всячины. Но как мы понимаем, что здесь сыр в основном и мясо. А, ребят, смотрите, свиные ушки. Их очень вкусно здесь готовят, хвостики и лапки. Ребята, выходим с этого здания на площадь. А тут, смотрите, еще одно здание. И тут продолжение. Короче, он просто огроменный. И вот тут вход... Это вообще очень огромный рынок старый.
Сейчас зайдем и посмотрим, что здесь. А, смотрите, тут еще продолжение. Ничего себе. И на рынке вот что мы видим на самом. Да. Смотрите, а еще в этом здании есть колонка с водой. Вот такой бычок. И вот еще один бычок. И вот вода. Не знаю, конечно, льется она, не льется, но это типично. Ребята, сейчас покупаем на пробу вот это вино. Это все домашнее. И вот такое вот с черным кофе ликер. Посмотрим, как это вкусно. Все это галисийское, и очень хочется прям попробовать. А здесь, в этом павильоне, ребят, рыба всякая. Свежая. И кальмары, и крабы. Кучу-кучу всего. Камбалы какие, смотрите, огромные. Ракушки тоже на любой выбор, смотрите. Цены, конечно, очень дорогие. Ребята, выходим из рынка, а здесь еще на улице торгуют с этой стороны и с этой стороны. Здесь уже цветами больше торгуют. Ну, очень рынок нас, ребята, впечатлил, очень. Вышли вот на такую маленькую улочку и посмотрим, что здесь. Здесь тоже, смотрите, классно. Живут люди, внизу ресторанчик. Ой, эта улочка получается вот такая. Это маленький дворик здесь. Тупик, скажем так. Ребята, идем вот по такой узенькой улочке. Такое ощущение, что она с каждым шагом еще больше сужается. А вот я даже могу достать спокойно до стены. Да, она совсем сузилась. И вот вышли на новую площадь, ребят. Так, а куда мы вышли? Да, смотрите-ка. Мы вышли на площадь. И здесь вот такая красота. Каждый дворик абсолютно разный. В каждом дворике что-то свое. А вот хотим вам показать, насколько широкая улица. Вначале она была широкая, а потом совсем сузилась. Ну, кто-то пошире тебя точно не влезет. Ребята, а вот это как раз компания людей, которые идут по этой дороге Иакова. Смотрите, у них на груди ракушки. Это знак того, что они как раз следуют этим путем. И протяженность этой дороги очень большая, но вот люди идут вдоль этого пути. И, кстати, на полу будет обозначение на асфальте, знак ракушки. И вот люди ходят такими большими группами и хотят преодолеть эту дорогу полностью. Вот как раз один из показателей, ребят, смотрите. Вот такие ракушки. Вот люди идут по этой дороге. И атрибут этой дороги как раз вот эта ракушка. Вышли еще на одну площадь. И здесь снова новый вид, ребята. Здесь еще один другой совсем дворик. Вот они такие, средневековые улочки. Люди никуда не торопятся, не спешат. Все такое старое, ребята. Сейчас попробуем зайти вот в это здание. Потому что, честно говоря, я не знаю, что это такое, но дверь открыта, попробуем войти и просто посмотреть. Стоит полицейская машина, не знаю. Не здание ли это полиция? Внутри. Вот так. Все в таком стиле.
А вот здесь, ребята, открывается новый вид. Это капелла. Вот она такая огромная, массивная. Даже не верится, что мы попали в такое место, ребят. Сейчас покажу издалека, как это выглядит. Вот так это выглядит. Вот как раз, ребят, этот знак, это ракушка. Вот на протяжении всей дороги, она очень длинная, можно будет встречать вот такие обозначения. И это только не в одном городе, это в разных городах. Ребята вышли еще на одну площадь. И тут опять нас удивляет все. Здесь совсем все по-другому. Народу много. Ну, как будто бы это главная площадь какая-то, потому что здесь вот есть даже, смотрите, торговые ряды. Вот так это выглядит. Это площадь Сервантеса. Вот он вверху. И фонтанчик. Это питьевая вода, можно пить, кстати. Ребят, это вот чисто галисийская музыка. Ребята, идем, выходим на новую площадь, и опять открывается новый вид. Наверху химеры, смотрите. Сейчас смотрим, что это такое. И это мы еще половины города даже не обошли, это только несколько часов мы ходим. Что у нас здесь такое? Ой-ой-ой, очень красиво, ребята. Спускаемся сюда, вниз. Биа Сагра. Святая улица. Ой, а впереди вас что ждет, ребята? Не поверите. С этой стороны вот такой вид, ребят. Сколько живем в Испании, но такой красоты, как здесь, пока еще не видели. Выходим с этой площади, ребят, и здесь просто неимоверный катедраль. Здесь что-то с чем-то. Сама площадь огроменная, катедраль огроменная. А, и ребята, чтобы попасть в этот кафедраль, вы посмотрите, какая очередь. Вот. Вы посмотрите, через всю площадь люди ждут, чтобы попасть в этот кафедраль. Вот такое здание здесь. Он просто огроменный. Обходить его не обойдешь. Что-то похожее видели уже. Но это, ребят, это просто шедевр архитектуры. Видели в Бургасе.
в Бургас видели огромный, ходили тоже по всем коридорам, все просматривали. Ох, как тут красиво. Ребята, сама площадь рядом очень красивая. Нет слов просто. Внизу фонтанчик. Кроме того, вот еще красивое здание с арками. Да. Мы попали в волшебное место, ребят. А с этой стороны, смотрите, какая красота неимоверная. Даже трудно представить вообще, как это все строилось. Тогда еще не было такой современной техники, как сейчас. Таких инструментов. Но это шедевр. Просто шедевр. Вот так вот выглядит этот фонтан. Лошадки. Ребята, сейчас мы продолжаем прогуливаться по городу. Самое главное мы увидели. Сейчас ищем ресторанчик перекусить. Очень хочется покушать колоритной галисийской еды. Вот. И, конечно же, у нас столько впечатлений. Наш день еще продолжается. Мы еще, наверное, не все увидели. Но мы очень впечатлены тем, что мы все-таки посетили этот город, Сантьяго де Компостела. И впечатлены тем, что здесь такая красота. Обязательно приезжайте, не пожалеете. Да, ребят, ну и еще самое главное, вот куда мы пришли, что мы хотели увидеть, площадь цветов. Здесь просто неимоверная красота. Такой скверик, и он полностью засажен всеми цветами, полностью. Красота неимоверная, люди сидят, отдыхают, кушают, кругом ресторанчики маленькие. Как же тут красиво, ребят. Ароматы от цветов, ну, непередаваемые. И еще последнее, что хотим показать. Вот через эту маленькую площадь открывается еще одно красивое здание. Короче, затягивает нас этот город, не можем никак выйти. Куда ни посмотришь, везде шедевры. Вот такое красивое место. Сейчас мы в него войдем. Здесь внутренний сквер. Просто шикарно. Это неимоверно красиво, ребята. Все, ребята, на этом заканчивается наше красивое путешествие. И мы прощаемся с вами и ждите нас новых видео. Жду ваших комментариев, ваших лайков. Пока-пока, до следующих видео. Ребята, оказывается, мы зашли на другую сторону Кафедрального собора. И вот сейчас вышли на главную площадь, где главный вход. И вот это неописуемая красота, ребят, это вообще... Нам все объяснили, оказывается, существует несколько входов. И вот сейчас мы находимся на этой главной площади Кафедрального собора. И здесь, видите, много людей. Кто это такие? Это вот как раз люди, которые отсюда начинают этот путь по пути
Иакова. Они собираются, и вот отсюда начинают свое путешествие, именно с этого места. Мы внутри главного катедрали Сантьяго де Компостела. На самом верху это музей. Мы в этом музее. Вот он такой. Очень красивый. И вот тут два колокола. Ребята, мы поднялись на самый верх катедрали. И отсюда открываются такие виды великолепные. Сейчас вам покажем. Очень красиво. Смотрите, какие крыши. Красная черепица. Очень красивый вид. Внизу город. И сейчас покажем, что открывается впереди. Как раз вот эта терраса верхняя. И спереди вид на главную площадь, где собираются паломники, и отсюда начинают идти по дороге Иакова. Вот мы сейчас тоже по этой террасе идем. Получается, она вдоль главной стены собора проходит. И вот отсюда видно всю главную площадь. Вид, конечно, потрясающий.